Всем привет! Вы на канале Вяжем дома, и сегодня в этом видео я хочу показать вам, как связать вот такой вот узор. Называется он сердечко. Вот так выглядит его лицевая сторона и вот так вот изнаночная. Раппорт этого узора составляет 17 петель плюс 1 для симметрии и плюс 2 кромочные. Все изнаночные ряды мы будем вязать по узору полотна. Высоту раппорт составляет 24 петли. Также схему и подробное описание я выложу на своем сайте knithome.ru. Ссылочку оставлю под описанием к данному видео. Два ряда этого рисунка уже провязала самостоятельно. Первый ряд вяжется изнаночными петельками, второй ряд лицевыми. И сейчас мы начнем наше с вами вязание сразу же с третьего ряда. Первую петельку мы снимаем. Дальше мы будем провязывать 7 изнаночных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Забыла вам также сказать, что для вязания этого узора нам понадобится дополнительная спица. Дальше одну петельку мы снимаем и оставляем за работой. Вот так вот. Одну следующую мы провязываем лицевой. Далее петельку с дополнительной спицы мы одеваем опять на левую спицу и провязываем ее лицевой. Дальше опять берем дополнительную спицу, одеваем на нее одну петельку и оставляем перед работой. Вот так вот. Дальше вяжем одну лицевую и петельку с дополнительной спицы одеваем на левую и провязываем ее тоже лицевой. Дальше мы вяжем 7 изнаночных. Кромочную последнюю петельку я также провязываю изнанкой. Переворачиваем наше вязание и вяжем все петельки по рисунку. То есть 7 лицевых, 4 изнаночных. Семь лицевых, 7 кромочная петелька изнанкой. Переворачиваем, начинаем вязать пятый ряд. Шесть изнаночных петелек. Так, 3, 6. Далее одну петельку снимаем, оставляем за работой. Следующую провязываем лицевой, одеваем, тоже провязываем лицевой. Дальше мы вяжем 2 изнаночные петельки, берем дополнительную спицу, петельку одну снимаем, оставляем перед работой, одна лицевая, одели петельку с дополнительной спицы на левую спицу и провязали ее лицевой. Дальше мы вяжем 6 изнаночных. Шестой ряд мы будем вязать по рисунку. Давайте я вам изнаночные ряды показывать не буду, чтобы видео не было у нас сильно большим. Тут и так все понятно. А буду показывать только лицевые ряды. Седьмой лицевой ряд. Кромочную сняли, 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше одну петельку на дополнительную спицу за работой. 1 лицевая. Пересняли петельку, тоже лицевой. Дальше мы вяжем 4 лицевых петельки.
И опять при помощи дополнительной одну петельку перед работой оставляем, одна лицевая, переснимаем и тоже лицевые, и 5 изнаночных. Восьмой ряд по рисунку провязываем. Девятый лицевой ряд. Кромочную сняли, 4 изнаночных петельки вяжем. 1, 2, 3, 4. Далее опять снимаем петельку за работой. 1 лицевая. Делим ее. И тоже провязываем лицевой. Дальше у нас идут 6 лицевых петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Одну перед работой. Лицевая. Одели ее. Провязали 4 изнаночных петельки. Десятый изнаночный вяжем по рисунку. 11 ряд. Одну сняли, 3 изнаночных. Одну петельку за работой. Лицевую. Одели на левую спицу. Тоже провязали лицевой. Дальше 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Одну петельку перед работой. Лицевая. И отдели на левую спицу и тоже провязали лицевой. Дальше 3 изнаночные. Один, два, три и кромочная петелька. 12 изнаночный по рисунку. 13 ряд. Первую сняли. 2 изнаночных. Одну перенесли. Лицевая. С дополнительной спицы пересняли тоже лицевой. И 10 лицевых петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дальше одну оставляем, снимаем, оставляем перед работой. 1 лицевая петелька. И еще раз лицевая. Дальше 2 изнаночных. И кромочную тоже изнаночной. 14 ряд провязываем по рисунку. 15 ряд. Одну сняли. 2 изнаночных. 14 петелек лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 2 изнаночных и кромочная изнаночная. 16 ряд будем вязать по рисунку. 17 ряд лицевую кромочную сняли. Дальше 2 изнаночных. 5 лицевых, 1 петельку сняли на дополнительную спицу, 1 лицевая, одели и не забываем, ее нам надо провязать изнаночной. Не лицевой, как до этого,
а изнаночной. Вот так вот. Дальше на дополнительную спицу переснимаем одну петельку. Следующую провязываем изнаночной. И петельку с дополнительной спицы мы провязываем лицевой. Дальше 5 лицевых. 2 изнаночных и кромочная изнаночная. Дальше 18 ряд вяжем по рисунку. Вяжем 19 ряд. Кромочную сняли. 2 изнаночных. Одну петельку оставляем перед работой, снимаем. Дальше провязываем одну изнаночную. И петельку с дополнительной спицы мы провязываем лицевой. Вот так вот. Дальше вяжем 2 лицевые. Петельку снимаем за работой. Лицевая. И петельку с дополнительной спицы мы будем провязывать изнаночной. Так, дальше 2 изнаночные петельки. Петельку снимаем, оставляем перед работой. Вяжем одну изнаночную и петельку. Ой, 2 лицевых. Петельку перед работой мы провязываем лицевой. Вот так вот. 2 лицевые. Одну петельку оставляем за работой. Дальше вяжем одну лицевую и петельку с дополнительной спицы мы провязываем изнаночной. Далее 2 изнаночные и кромочная петля. 20 ряд вяжем по рисунку. 21 ряд вяжем. Кромочную сняли, 3 изнаночных. Петельку одну сняли перед работой. Дальше 1 изнаночная. И эту петельку провязываем лицевой. Дальше снимаем одну петельку и оставляем за работой. Следующую провязываем лицевой. И петельку с дополнительной спицы мы будем вязать изнанкой. Дальше мы провяжем 4 изнаночных петельки. Одну петельку мы снимаем перед работой. Провязываем одну петельку изнаночной и петельку с дополнительной спицы мы будем провязывать лицевой. Дальше снимаем одну и оставляем за работой. Вяжем одну лицевую и петельку с дополнительной спицы мы провязываем изнаночной петлей. Так вот. Дальше 3 изнаночных и кромочная петелька изнаночная. 21 ряд по рисунку. 23 ряд мы будем вязать полностью изнаночными петельками. Кромочная тоже изнанкой. Двадцать четвертый ряд по рисунку. Так, все, я провязала 24 ряд.
Полностью рисунок у нас готов. Еще раз повторюсь, что схему и описание я выложу на своем сайте. Ссылочку активную оставлю под этим видео. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!